Приветствую всех рыболовов. Данный видеообзор подготовлен специально для интернет-магазина fmagazin.ru. И в данном видеообзоре я бы хотел рассказать о достаточно необычной колеблющейся блесне от японской компании Вагуэ, которая называется Альфа Спун. Вообще данный бренд является достаточно необычным и достаточно молодым. Даже здесь на упаковке указано то, что основание этого бренда у нас в 2015 году, то есть, ну, по современным меркам это достаточно молодой японский бренд. Но посмотрел я продукция интересна, и вот на их магазине обзавелся вот такой вот интересной колебалочкой. Трудно сказать вообще для какой, ну, какая специфика этой блесны. Здесь, конечно, если посмотреть каталог расцветок, есть и такие типичные стримовые расцветки, как у меня, допустим, для стримовой форели. Но есть и яркие расцветки блесен, которые характерны больше для ловли прудовой форели. Поставляется у нас приманка в такой вот упаковочке. Такая тоже достаточно своеобразная упаковка. Вроде бы ничего примечательного, но, допустим, от других брендов она немного отличается. Сама приманка у нас имеет следующую форму тела. По форме она похожа немного на Forest Mio, но она более узкая. Также достаточно необычным решением является наличие на внутренней части вот такой вот необычной гравировки в виде углублений небольших, которые, мне кажется, имитируют чешую рыбы. И это решение очень интересное и, как по мне, правильно. И иногда именно блесны с подобной гравировкой хорошо работают в какую-то солнечную погоду по пассивной рыбе. То есть реально в воде даже видно то, что блики от блесен с такой вот гравировкой исходят лучше, чем, допустим, от каких-то гладких блесен. То есть такая вот интересная фишка. Но внешняя сторона у нас имеет такую вот интересную окраску. Выглядит приманка реально отлично и качественно. Оснащена у нас она одинарным крючком. Крючок имеет бородку. Менять его совершенно не стал, потому что я, во-первых, ловлю с ним не прудовую форель, а стримовую и голавликов. И как бы там можно вполне себе успешно использовать бородый крючок, но можно при необходимости, конечно же, его заменить на безбородый. Блесна отлично справляется с течением. Не скажу, что она отлично держит сильное течение, но вот средняя она держит достаточно хорошо. Но в основном я, конечно, применял пока для ловли голавля. Там она тоже себя отлично показала, как блесна для ловли активного голавлика. Приобрести данную приманку можно в интернет-магазине fmagazin.ru. Ссылку на нее я оставлю в описании к видео. Надеюсь, данный видеообзор был вам полезен. Подписывайтесь на мой канал и до новых видеообзоров.